Во время каждого своего визита сыны Отечества проводят познавательные уроки со школьниками и знакомят их с настоящими защитниками нашей Родины. В этом году повезло ученикам двух чебоксарских школ. Тему продолжит Екатерина Абрамова. Генералами не рождаются, а становятся. После встречи с сынами Отечества в этом еще больше убеждены ученики 29-й и 40-й чебоксарских школ. Из первых уст они узнали, с чего начинается путь к генеральским погонам, как и где защищали родину Анатолий Кудрин и Александр Зиновьев, и насколько длинным кажется день, проведенный в окопах. Несмотря на то, что слушатели были совсем юные, интерес в их глазах не угасал. Вот из таких вырастают очень хорошие люди. И спасибо руководству республики, которое занимается целенаправленно воспитанием подрастающего поколения, которому можно передать в перспективе то, что было завоевано нашими отцами и дедами и нами. Но одними теоретическими уроками мужества встреча не ограничилась. Кадеты 40-й школы продемонстрировали генерал-майорам Анатолию Кудрину и Александру Зиновьеву и руководителю организации «Сыны Отечества» полковнику Ивану Николаеву свое мастерство строевой подготовки, владение парашютной техникой и оружием. Конечно, не все из присутствовавших ребят в будущем станут генералами, но каждый из них должен быть готов, если понадобится, встать на защиту Родины. Именно для этого члены организации «Сыны Отечества», отслужив срочную службу, вновь отправляются на идеологическую передовую – вести Россию вперед, воспитывая новых героев. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаметов, Республика.